Вернемся к нашей теме. Иоаннис, возвращайтесь, пожалуйста, к нам. Вот на вас одет костюм греческого воина. Да, это настоящий греческий военный костюм от греков, от пунтийских греков, которые они до сих пор живут в Российской Федерации. Это греков от Черное море. Греки от Черного моря. Это настоящий военный костюм, который мы сделали специально для этого концерта. Почему вы участвуете у нас в фестивале? Смотрите, сначала я хотел безмерно благодарен ветеранам. Истинными бойцам, потому что благодаря их смелости и жажде к жизни, свободе и справедливости мы сегодня живем свободным. Спасибо вам. Спасибо деду за победу. Спасибо. Иоаннис специально написал это русскими буквами, чтобы это прозвучало именно по-русски, без перевода. Да, потому что, да, это моя супруга, мой ангел записал этого. Она говорит по-гречески, значит, мои слова от гречески она переводила 100% на русском. Значит, я из юных лет я изучаю историю. Дружба греков и русских очень глубокая и настоящая, и длится вот уже 1000 лет. Правда? Греки храбро воевали против фашистов во Второй мировой войне. Наши горы всегда были свободными и никогда не попали в руки нацистов. Мы дружинский народ. Мы любим русский. И русский нас любит тоже. Мой прадед воевал на стороне партизан. И за 3 дня до своего отступления немцы его расстреляли. Значит, я помню, я не забываю. И из-за этого я сегодня здесь. Спасибо вам за это. Спасибо большое. Ярослав.